Мне звонит фонарь и головы. Я сейчас, понимаете, в лесу нахожусь. Всем привет, ребята! Вы на канале Егор Кот. Перед началом видео подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, я отправлюсь на поиски дома брата Сиреноголового, а то есть фонарь и головы. Там мы найдем его дом, мы сыграем с ним в самые настоящие экстремальные прятки. Если вы хотите это увидеть, прямо сейчас ставь пальчик вверх и смотри это видео до конца. Сейчас я собираюсь, выхожу на улицу и отправляюсь на поиски настоящего дома брата Сиреноголового. Ребят, если честно, мне прям очень страшно, но я прямо сейчас это сделаю, поэтому, ребята, это очень опасно, не повторяйте. Как вы все знаете, что Сиреноголовый, что Фонарьголовый, все эти монстры ACP живут в лесу. Прямо сейчас мы отправляемся на поиски его дома, чтобы сыграть им самые настоящие и страшные экстремальные прятки. Ребята, посмотрите, я уже захожу в лес, чтобы найти настоящий дом Фонарьголового, брата Сиреноголового. Это реально просто очень опасно, потому что совершенно не знаешь, что тебя ожидает в незнакомом тебе лесу, ради которого ты приехал сюда специально, чтобы найти дом Фонарьголового. Реально, это самое страшное видео на моем YouTube-канале. Страшнее этого я еще ничего не снимал, потому что мы отправились в настоящий лес, чтобы найти настоящий дом в лесу. Это просто очень страшно. Еще здесь можно заблудиться. Кажется, я знаю, куда нам надо. Он обитает, он в той части. Вы, мои подписчики, мне об этом всем рассказывали. Вы мне пишете каждый день в директ и рассказываете самые настоящие истории, связанные с монстрами. Поэтому пишите мне в моем инстаграм или же в комментариях под этим видео, если они будут открыты. Фу, ребята, это какая-то жесть! Фух, ребята, я оказался немного в другом месте. Я упал. Я ничего не помнил, и я не знаю, что сейчас, где я вообще нахожусь, потому что мне никто ничего не сказал. Я не знаю, что вообще произошло. Ребята, мне звонит фонарь и головы. Я сейчас, понимаете, в лесу нахожусь. Давайте ему ответим. Алло. Почему ты молчишь? Алло. Ребята, только что он отправил мне смс, который тут же удалился. Он написал, что экстремальные прятки уже начались. И то, что не мы будем прятаться от него, а он будет прятаться от нас. И нам нужно будет найти его дом. И тогда мы его сможем победить и отправим его в его мир. А пока что он находится с нами, поскольку я его как-то вызвал. Пойдемте скорее искать его дом. Блин, это просто какая-то жесть. Я вообще не знаю, куда идти. Это вообще ненормально. Я не знаю вообще, где я сейчас нахожусь. Просто иду в непонятную дорогу. Но мне так подсказывают, не знаю, мое подсознание, что нужно идти. Что нужно идти прямо туда, куда я сейчас иду. Ребята, я... Меня опять вырубило, опять я сказала... Стоп. Мы нашли его дом, ребята. Давайте скорее его найдем и избавимся от него. Давайте открываем быстрее. Фонарьголовый, ты где? Ты где? Я тебя спрашиваю. Ты где? Только что я увидел его, и он сразу исчез, сразу же. Мы отправили его обратно в его мир. Мы с вами справились и сыграли с ним в экстремальные прятки. Прямо сейчас ставь палец вверх, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, если ты хочешь еще экстремальных пряток с духами ACP. Пиши, кого мне вызвать в следующий раз, и с кем сыграть в экстремальные прятки, и чей дом мне найти. Я вас всех очень сильно люблю. До новых встреч, ребята. Пока-пока.